целевое видение, ответили на вопрос то, каким должен быть совет молодежи через год, чтобы быть максимально полезным для бизнеса. Чтобы это была та команда, которая способна вникать в производственные процессы, которая способна влиять на бизнес, которая способна развивать культуру лидерства. Поменять видение руководителей линейных, поменять мышление молодежки, что это не просто волонтерское какое-то движение и не просто там отдых, а это помощь в развитии компании, это кадровый резерв, продвигать бренд компании. А жизнь, та экосистема, ее нужно трансформировать, перезагрузить. Обновление во всем. И инициатив, и мозга, эффективности. На самом деле в компании очень много вложили именно в совет молодежи, именно в нашу молодежь, как ценный актив. Теперь они ждут от нас такую же отдачу, наши новые идеи. Даже те ребята, которые только вчера вступили в совет молодежи, сейчас они уже знают, что хотят для себя, что хотят для продвижения. Надо просто не останавливаться. Первым делом хочу сделать агитации в школах, в колледжах, чтобы привлечь молодежь. После перезагрузки хочу поменять состав на новых людей, новые идеи, новые возможности. Положено начало перезагрузки нашего совета молодежи. Молодые наши заряжены, очень много идей. Я сегодня вижу, что у них есть огромный потенциал. Во-первых, увидел новые стороны наших кандидатов. Я увидел, что они верят в то, что они говорят. Это самое главное. Самый красивый возраст, когда и сами люди, лидеры их не формируются и развиваются.